Құрметті Серік Нығметұлы, құрметті үкімет мүшелері, шақырылғандар. Әлем экономикасы тұрақсыздыққа қарамастан, ағымдағы жылдың басынан бастап ел экономикасында дамудың оны қарқыны сақталып отыр. Экономиканың өсуіне макроэкономикалық ахуалдың тұрақтылығы ықпал етеді. 2012 жылғы қаңтар қыркүйектегі инфляция жаңа Серік Нығметұлы айтқанша 3.9% құрады. Немесе өткен жылға ұқсас кезеңнің көрсеткішімен 2.3% тармағы төмен. Ұлттық қор қаражатының есепке алуға отырып, халықаралық резервтердің жылдың басынан бастап 12,5 миллиард ақш долларына ұлғайды және 85,5 миллиард ақш долларын құрады. Әлеуметтік саладағы қолайлы ахуал сақталып отыр. Жыл басынан бастап халықтың нақты табысы 9.1%, нақты жалағы 11.1% өсті. Ағымдағы жылғы қыркүйекте жұмыссыздық деңгейі 5.3% құрады. Экономиканың өсу негізінен ішкі тұтынушылық сұраныстың есебімен қамтамасыз етілді. Мұны көтерме және бөлшек сауданың 14.4% өсуі. Көлік қызметін 7.2%, байланыс қызметін 10.6%-ға өсу көрсетін отыр. Сонымен қатар, ағымдағы жылғы 9 айдың даму үрдістері қазақстандық экспорт өнімдеріне деген сұранысын қысқауы өнергесіп, өндіріс келіп көлемінің төмендеуіне ықпал етті. Рост промышленности составил 0.5%, обрабатывающая промышленность выросла на 0.6%. Горнодобывающие объемы производства сохранились на уровне соответствующего периода 2011 года. С начала года сократились объемы добычи нефти на 1.8% и железной руды на 2.6%. Кроме того, в металлургической промышленности, которая в общем объеме обрабатывающей промышленности занимает более 38%, произошел спад на 1.8% против прошлогоднего роста в 8.1%. Помимо проблем со сбытом продукции, основными причинами снижения стали перенесение также сроков запуска и неосвоение проектной мощности некоторых проектов, включенных в карту индустриализации. Объемы инвестиций в основной капитал с начала года выросли на 3.3%. При этом в структуре инвестиций более 54% составляет доля собственных средств самих предприятий. В жилищное строительство инвестировано 281 миллиард 600 миллионов тенге, что позволило ввести в эксплуатацию за прошедшие 9 месяцев 4,5 миллиона квадратных метров жилья. В целом, несмотря на некоторые замедления в отраслях экономики, за 8 месяцев текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 13.5%, экспорт товаров увеличился на 9.3%, импорт на 24.1%. Положительное сальдо торгового баланса составило 34 миллиарда 200 миллионов долларов США. Уважаемые коллеги, разрешите более подробно проинформировать о проводимой совместной работе государственных органов с начала текущего года по решению поставленных перед правительством задач главы государства. Росту внутреннего спроса во многом способствовали значительные объемы инвестиций на реализацию крупных индустриальных инфраструктурных проектов в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. За прошлое начало текущего года введенными в карты объектами произведено продукции на сумму уже 1,1 триллиона тенге. Всего в 2012 году планируется ввести 174 проекта на сумму 400 миллиардов тенге с потенциальным созданием 33 тысяч новых рабочих мест. В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата в стране в июле текущего года принят закон, предусматривающий дополнительное сокращение разрешительных документов процедуры еще на 30%, выдачу лицензий в электронном формате и перевод отдельных разрешений на уведомительный порядок, а также сокращение контрольно-надзорных функций государственных органов. Правительством утверждена концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы, в реализацию которого в 2013 году будет принят единый закон о разрешениях и уведомлениях, закреплением в нем исчерпывающего перечня всех разрешений, которые используются в нашей стране. Успешно реализуется программа «Дорожная карта бизнеса 2020». С момента ее запуска по трем направлениям к субсидированию одобрено 2135 заявок на общую сумму кредитов 590 миллиардов 800 миллионов тенге.
Социально-экономическим эффектом реализации данной программы в 2012 году будет являться поддержание более 50 тысяч и создание более 8 тысяч новых рабочих мест. В социальной сфере приняты практические меры по повышению занятости, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечению населения доступным жильем. На реализацию программы «Занятость 2020» в 2012 году направлено 62 миллиарда 300 миллионов тенге. Из них на развитие сельских населенных пунктов 10 миллиардов. Всего в рамках программы трудоустроено более 70 тысяч человек. Более 4700 участников программы получили микрокредиты, из которых 3400 человек открыли собственное дело. Порядка 5600 человек прошли обучение основам предпринимательства. В сфере образования охват детей дошкольным образованием увеличился на 10,4% и составил 65,4%. Количество аварийных школ сократилось на 23,6%, трехсменных школ на 16,6%. В реализацию поручений главы государства принят национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы. Реализация государственной программы развития здравоохранения «Саламатта Казахстан» на 2011-2015 годы позволила снизить показатели материнской смертности на 19,7%, младенческой смертности на 8,3% по сравнению с 9 месяцами 2011 года. Но хотелось бы отметить, что, Сергей Евгеньевич, как вы говорили ранее, остаются проблемы, связанные с повышением качества оказываемых медицинских услуг населению, которому в ближайшее время и в ближайшие годы мы должны уделить особое внимание. С целью реализации послания главы государства также разработана программа развития онкологической помощи до 2016 года. С начала 2012 года акиматами областей, городов Астаны и Алматы продолжается работа по реализации программ развития территории на 2011-2015 годы. Принята программа развития моногородов на 2012-2020 годы, предусматривающая конкретные меры по обеспечению продуктивной занятости в моногородах, повышению мобильности трудовых ресурсов, а также развитию инженерной инфраструктуры. В реализацию программы разрабатываны и дорабатываются комплексные планы. В этом году начат пилотный проект. В целях развития городских агломераций в центрах городах Астана, Алматы, Шымкент, Актюбе, Актау внесены дополнения в изменение программы развития регионов и утверждена концепция, в рамках которой в начале следующего года предстоит нам конкретная работа. В текущем году в целях решения проблем отдельных территорий утвержден решением правительства комплексный план развития города Семей на 2013-2015 годы. В 2012 году правительством продолжена активная работа по углублению интеграционных процессов в рамках таможенного союза и единого экономического пространства. С 1 января 2012 года вступили в силу 17 соглашений, составляющих правовую базу единого экономического пространства. На полный режим работы ЕЭП, как мы по договоренностям глав государств, будет выходить поэтапно. Цель формирования единой договорной базы на пространстве СНГ и снятия барьеров взаимной торговли. В октябре 2012 года Сенат парламента Республики Казахстан принял закон Республики Казахстан о ратификации договора о зоне свободной торговли. Совместно с секретариатом ВТО разработана дорожная карта по вступлению Казахстана в ВТО. На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с 29 странами. Продолжаются переговоры в многостороннем формате. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, основные усилия правительства до конца года будут направлены на реализацию поручений главы государства, обозначенных в посланиях народу Казахстана и стратегических документах. Первое. Государственным органам, акимам областей, городов Алматы и Астаны необходимо мобилизовать ресурсы и принять необходимые меры по недопущению снижения темпов роста в отраслях и сферах экономики. Министерство индустрии и новых технологий совместно с регионами в целях обеспечения реализации мероприятий освоения бюджетных средств, запланированных на текущий год, в рамках принятых программ документов обеспечить запуск инвестиционных проектов, запланированных в рамках карты индустриализации. Второе. Учитывая тенденцию роста цен на продовольствие в мире, ввиду более низкого урожая в текущем году по сравнению с 2011 году, Министерству сельского хозяйства, акимам областей необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке, в первую очередь на социально значимые продовольственные товары. Третье. В реализацию программы развития моногородов, про которую я говорил ранее, на 2012-2020 годы, местным исполнительным органам необходимо обеспечить утверждение разработанных комплексных планов развития каждого моногорода, также разработку межрегиональных планов развития в рамках агломерации.
Четвертое, необходимо продолжить гармонизацию законодательства стран-участниц таможенного союза в части закрепления национальным законодательством основных принципов равенства, установления единых правил при применении норм антимонопольного законодательства к субъектам рынка, а также продолжить совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в рамках таможенного союза.